Так, приближается волна большая зомбиков, ребятки, меня предупреждает. И последняя волна. Так, ну что, ребятки, погнали. Так, отличненько, ребята. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Ну что, соскучились за зомбиками? Ну что ж, погнали играть в растения против зомби, ребятки. Так, на чем мы остановились в прошлый раз? Давайте, собственно, с вами и посмотрим. Так, ну что ж, мы на крыше, ребят, до сих пор, и мы открыли какую-то новую штуку. А новая штука — это у нас, ребятки, кукуруза. Освежает кукурузные зерна и масло в зомби. Так, ну что ж, давайте возьмем вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, наверное, как всегда. Только местами их надо поменять. Вот это, вот это. Так, кто еще? Тыковку хочу. Горшочки обязательно, обязательно капуста. И давайте, наверное, возьмем кукурузу. Это все-таки самые важные у нас компоненты. Ну что ж, ребятки, погнали! Так, на старт, внимание, сажай. Отличненько, ребятки. Так, ну что ж, садим в горшочки наши подсолнушки. Пока они, ребятки, нам рожают солнышек, мы с вами... Так, горшок давайте новый посадим. Так, отлично, отлично. Так, мы с вами, ребятки, настраиваем оборону. Так, ну что ж, ребятки, давайте сначала с вами... Так, зомби пришли. Мне уже предупреждают, ребятки, что пришли зомби. И это, ребятки, не совсем хорошо, потому что зомби, в принципе, я еще пока не ждал. Ну ничего, ребятки, сейчас мы посадим, я думаю, капусту. И таким образом мы уничтожим этого нехорошего, ребятки, зомбика. Так, можно вот так вот сделать, ребятки, и пока что вот такую штучку сюда посадить. Кабачок или тыква, что это такое? Кабачок, наверное. Пускай его уничтожит, пока мы дальше будем настраивать свою, ребятки, оборону. Так, ну что ж, ребята, погнали. Ага. Ребятки, вижу, опять идет нехороший зомбик с правого фланга. Так, давайте как-то разнообразим немножко игру, ребятки. И, наверное, все-таки... Так, нам надо в два ряда садить, да, ребятки, эти подсолнухи? Давайте, наверное, в два поставим, да. Будем садить в два ряда. Так, здесь уже можно капусту посадить. Я считаю, 8 штучек нам хватит с головой, даже 9. Так, ну что, отлично. Он хавает этого, ребята, так не положено. Он съел моего этого, вы видели? Так, здесь вот этого и вот этого посадим. Давайте, так, отлично. Пускай пока хавает, ребятки, пока он будет хавать, его будет убивать это. Скажите мне, мы поставим капустострел, вот этот, который стреляет капустой. И мы его посадим, пока он будет убивать эту. Так, так, так. Пока он будет хавать эту дрянь, мы его будем потихонечку убивать. Так, ну что ж, ребятки, все. Подсолнухов нам хватит, я думаю. Так что давайте, собственно, начнем сажать то, что нам, в принципе, нужно сажать. Так, отлично, отлично, отлично. Так, давайте соберем эту. Ребятки, быстренько нам надо вот так вот поставить, потому что съедят нашего этого. Все, отлично. Ага, вижу опять по правому флангу, ребятки, идут зомбики. Так, что нам нужно сделать, ребят? А сделать нам нужно следующее. Поставить на... Капуста стрел здесь. Так, все, капустой стрела. Пострелять пошли мы. Нет, 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 ребятки. Вот так вот, наверное, и вот так вот, все. И, собственно, давайте купим новый капуста стрел и поставим здесь вот. Так, а также кукуруза стрел. Вот давайте сажать будем. Кукуруза стрел и капуста стрел. Так, отлично, 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 ребята. Так, ну что, давайте сюда капуста стрел. Так, ребятки, у меня же ничего нету там. Давайте туда поставим такую штуку. Так, все, пока идет, ребятки, по плану, как говорится. Так, отличненько, отличненько. Воу-воу-воу, давайте мне еще что-нибудь. Ага, вот, все. Есть у нас кукуруза. И капуста. Так, 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 ребятки, подождите, не спешите. Давайте выкопаем вот эту штуку и посадим лучше здесь капусту. А кукурузу, ребятки, мы посадим, сейчас я покажу где. Вот тут вот. Так, и таким образом здесь поставим орех. Так, и сейчас покажу вам, ребятки, еще фокус один. Давайте здесь поставим пока такую штучку. Конечно, неудачно мы поставили ее, но ничего. Так, ну что ж, давайте, собственно, обратим, ребятки, с вами внимание на то, что зомбики уже подходят слишком близко. И нам с вами нужно быть более внимательными.
Так, 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 там зомбики идут, там он сейчас убьется, ребятки. Так, здесь мы выбираем такую вот штуку, которая будет стрелять, отлично. Здесь еще капустострел ставим, ребятки, и я думаю, ребята, что нам надо поставить. Ой-ой-ой, ребята, посмотрите, что это такое, сколько зомби идут. Посмотрите, маслом стреляю в зомбика, вот это прикольно, вот это круто, ребятки, вы видели? Посмотрите, что происходит, ребятка, зомби просто хотят... Вон с лестницы идет зомбяк, он хочет перелезть, какой-то сантехник, ребята, зомби-сантехник, таких я еще зомбиков, ребятки, честно сказать, и не видел. Так, подождите, а что же теперь дальше мне делать-то, ребятки? Надо, я так понял, давайте еще засадим капустой, что ли? И масло, я так понял, замораживает немножко. Стреляет маслом это. Кукуруза. Так. Получается, что... О, он перелез, ребята. А, его уже убило. Все, отличненько. А там, ребятки, посмотрите, что творится-то. Две лестницы стоит. Это никуда не годится. Давайте поставим такую штуку. И, наверное, купим вторую быстренько. И поставим по всему флангу, ребятки. А здесь орешек даже можно поставить, ребята. Так, солнышек у нас там много, это очень замечательно, ребята. Но вторая волна зомби, ребятки, ждать никого не будет. И она таки, наверное, уже скоро придет. Стоит отметить и этот факт, ребята. Так что не забывайте об этом. Так, это все, конечно же, хорошо. Так, ага, отлично, там зомбик уже сейчас убьет. А, капусту съел мою, ай-ай-ай. Ничего, ребятки, давайте мы с вами сейчас все придумаем, все сделаем, чтобы никто никого не съел, ребята. Так. О, все, его прибило, отлично. Этого сантехника, ребята, прибило, который хотел починить, вылезти крышу нам, но мы ему, ребятки, не разрешили это сделать, потому что вы сами видели, что буквально произошло на ваших глазах, ребята. Так, ребята, скоро будет последняя волна зомби, и стоит отметить этот факт, что так как он непривиденный очень. Так, отличненько, ребятки, мы убили новых зомбиков. Так, ну что ж, ребятки, продолжаем нашу замечательную игрушку. Продолжаем наших зомбиков играть. Так. Мозги, конечно, это же хорошо, но перед тем, как съесть мозги, я должен вас уничтожить. Давайте поставим туда еще орех, чтобы он уже на Верочку не добрался к нам. Сюда можно кукурузу даже поставить. Так, ребятки, меня предупреждают о том, что приближается волна зомби. И где же они? Где? Где вы покажитесь? Ну, давайте. Последняя волна. Ребята, вот они идут. Посмотрите, сантехник идет с этой, с лестницей опять. Ого! Три зомби забрали моих капуст. Ребята, вы только посмотрите, что творится. Вот это беспредел. Вы только гляньте. Да как же так? Я буду жить дальше. Быстрее. Ребята, что же делать? Быстрее. Потому что меня сейчас просто уничтожат. Давайте выкопаем и посадим там бомбу, наверное. Все отличненько, ребята, все, мы троих зомби уничтожили, которые уже пробрались на нашу территорию. Остался только вот два зомбика, ребятки. Осталось два зомбика, давайте потихонечку их будем как-то уничтожать. Так, ну что ж, давайте поставим, наверное, этот горохострел вместе, ой, не горохострел, а капустострел вместе с кукурузострелом, ребята. Ну, я думаю, сейчас уже мы его должны убить. Он маслом стреляет, ребята, вы видите, и кукурузой. Так, и что это мы с вами открыли? И мы с вами, ребятки, победили. И открыли что-то, ребята. А что это такое? Давайте посмотрим. Это какой-то баклажан или что это такое? Давайте сейчас прочитаем. А, это кофейное зерно, ребята. Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить его. Ничего не понимаю. На какой гриб-то посадить-то мне? Так, ну что ж, ребята, ладненько. Ну что, ребята, погнали. Так. А на какой гриб мне это посадить? Зерно кофейное на гриб. А какой гриб, ребятки, у нас есть, который спит? Это не оно. Не знаю даже, ребята. Ладненько, погнали, ребятки. Погнали. Так, берем, как всегда, ребятки, вот этого. Вот этого обязательно, ребятки, берем. Берем кукурузу, стрела. Вот это тоже обязательно. И еще одно, что же мы можем взять, ребятки. В прошлый раз мы брали с вами вот такую штучку. Да, и все, и хватит. А зерно потом будем использовать в других, ребятки, уровнях. Так, ну что ж, ребятки, сажай. Будем сажать потихонечку, ребятки, наши растения,
чтобы проходить нашу замечательную игрушку «Растения против зомби». Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Так, давай, давай, у нас уже два подсолнуха, ребятки, посажено, и солнышки мы уже с них довольно приятно собираем. Так, ну что, давайте, ребятки, сначала по периметру по нашему высадим, выстроим этот, все, что нам нужно, а потом уже дальше будем смотреть, что нам нужно делать дальше. Так, ну что ж, ребятки, собираем солнышки и, как всегда, пытаемся пройти эту замечательную игрушку. Так, отлично, 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 просто супер. Так, 25, еще 25. Ну все, этот периметр, ребятки, 5 уже я этих посадил. Так, теперь остался этот периметр, ребята. Сюда надо поставить какое-то ограничение какое-то. Наверное, поставим сюда кабачок этот. Пускай уничтожит его. Да, ребята, отличненько. И мы справились с этим заданием, ребятки, на все 100%. Так, ага, по новому флангу идет зомбик. Я вижу, вижу, вижу. Сейчас мы его, ребятки, уничтожим. Сейчас мы опять что-то туда положим. Ну, пока давайте орешек, потому что нам пока нету выхода. Так, что туда ложить-то? Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Пускай потихонечку убивает его. Так, отличненько, отличненько, дорогие друзья. Так, ну что ж, а там еще ребята по правому флангу. Опять идут два зомбика. Надо быть очень бдительным и внимательным и присматриваться к ним. Потому что, ребятки, это вам не шутки шутить. Так, 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 так. Давайте, наверное, одного здесь поставим. Так, а второму поставим здесь вот капусту, потому что мы реально не успеваем. Так, ребята, выстроить нашу сеть, так сказать, бесперебойных штук. Так, ребятки, а здесь 3 волны зомби в этом уровне, вы представляете себе? Аж 3 волны, ребята, это стоит отметить. Да-да-да. Мозги. Мозги? Так, мозги мозгами, ребятки, а мне же надо как-то игру-то проходить дальше. Куда ж садить-то капусту? Я уже не знаю, куда ж посадить, ребята. Эу! Так, ну что, ребятки, пока все идет, ребятки, по плану. Собственно, пока все идет по плану, а там посмотрим. Отлично. Так, сюда садим кукурузу. Так, отлично. Отлично, отлично. Ребятки, ну что ж, посмотрите, как мы выстроили с вами наш фланг. Все делается правильно и верно. И безошибочно, ребятки. Так, ребятки, ну что, стоит, ребятки, понимать, что сейчас будет волна зомбиков идти. Так что, ребятки, стоит понимать то, что первая волна, я думаю, она будет не сильно большая, но и не сильно маленькая, я так думаю. Так, давайте посадим, ребята, здесь вот так вот, вот так вот. Он съел моего этого, это нехорошо. Эу. Так, ребятки, орешек надо выкопать вот этот. Вместо орешка посадить туда кукурузу. Так. Кукурузу, ребятки. Отлично, отлично. И капусту, наверное. Так. А сюда, наверное, ребятки, надо орешек. Так, давайте солнышко сейчас возьмем и посадим туда орешек. Все, пускай будет знать, как. Так, ребятки, ну что ж, меня предупреждают, что приближается большая волна зомбиков. Я, собственно, уже готов, в принципе, к данной атаке. Уже, в принципе, очень давно, ребята, к вашему удивлению. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите, сколько их. Все, ребятки, война началась. Посмотрите, сколько их. Бам-бам-бам-бам-бам. Кукуруза помогает мне выигрывать. Давай-давай-давай, ребята, по правому флангу зомбики. Мы должны их всех уничтожить. Ребята, стоит понимать, что эти зомби, ребятки, очень вредят нашему здоровью. Их надо уничтожать, ребята, по одному. Так, ну что ж, давайте здесь пока закроемся вот так вот. Так, здесь пока вот тут такую штучку поставим. И чем больше, ребятки, будет у нас горохострелов, ой, этих капустострелов, ребятки, и разных штук других, это будет, тем будет круче.
Ага, вон он скачет, ребята, вы только посмотрите. Он перескочил, ребята, а, его сразу убило. Ха-ха-ха-ха-ха. Его сразу же убило, ребята, ну ничего. Так, а это кто еще такой? Он без головы пытается лезть, ребята. А, его уже нет в живых. Отлично. Отлично, дорогие друзья. Просто супер. Так, ребята, это же все, конечно же, хорошо. Но мне стоит понимать, что... А что ж ты будешь делать, ребята? Посмотрите, сколько идут зомби-то. Посмотрите, сколько их идет, ребята. Так, двоих убило, ребята. Двоих не зацепило. Ничего страшного. Продолжаем дальше нашу замечательную игрушку. И смотрим, что у нас, ребятки, здесь. Так, ну пока все идет, ребятки, по плану. Пока идет все как надо, но стоит понимать, ребятки, что в любой момент... Ну я думаю, посмотрите, какая у нас, ребятки, оборона. У нас довольно-таки сильная оборона, мы не должны с вами проиграть. Я думаю, что все будет круто. Так, ну что, что-то-то-то-то-то-то-то. Так, давайте что-то делать, давайте. Так, зомбики убиваются, все, идет, сейчас будет вторая волна, ребята, и скоро будет третья волна. Представляете, как много зомбиков, ребят? Так, ну что, вроде все отличненько, ребятки, все убиваются, все у нас убиваются, и проходят все тестирования, и все показывают отличные, ребятки, способности. Так, ребята, ну что ж, новая волна, вы готовы к этой волне? Давайте поставим здесь такую штуку, чтобы подорвать этих злых и нехороших зомби. Так, отлично, половину зомби, ребятки, мы уничтожили. Вторая половина на другом берегу у нас. Давайте туда. Быстрей, 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 быстрей. Ну все, пока они там будут стоять, их там убьет. Ага, там футболист, ребята, хавает орехи, посмотрите. Он хочет, я так понял, победить. Но этому не бывает, ребятки. Вы же знаете, что этому никак не бывает, ребят. Так, ну что ж, пока все идет, ребятки, по плану. По плановым работам. Все отлично, все хорошо. Так что нечего волноваться. Так. Отлично, отлично, отлично. Воу-воу-воу, там уже сидят скоро моего этого, ребятки. Так, отлично, двоих мы там уничтожили. Он сейчас моего этого съел, ребята, вот смотрите. Не съел, не успел он съесть мой горшок. Так, ну хорошо, хорошо, поехали, 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 поехали. Поехали. Отлично, отлично. Так, 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 мозги мозгами, ребятки. Но мне же надо победить, сейчас будет третья волна. Не стоит это понимать, ребята. Она никого не щадит. Куда он скачет-то? Посмотрите, ребята. Куда он скачет на своей скакалке-то, а? Вау, я там выкопал кое-что. Ну ничего, давайте назад посадим. Так, ребятки, сейчас будет последняя волна, я думаю. И мы с вами все-таки уже пройдем эту часть. Потому что тяжело очень, ребят, довольно-таки. Так, приближается волна большая зомбиков, ребятки. Меня предупреждает. И последняя волна. Так, ну что, ребятки, погнали. Так, отличненько, ребята. Так, тут три зомбика, ребятки, спустили, вижу. Вижу, я это вижу все. Так, там все проходится, там все. Ага, давайте поставим здесь орех, пускай хавает. Так, что у нас дальше? Ага, там он хавает эту штуку. Мы сейчас его, ага, вот так вот. Ага, отлично. Все, остался один зомбик, ребятки. Его сейчас убьют и все, ребятки. Все отличненько, и мы с вами, ребятки, что-то получили. Это какая-то лейка, ребята. Что это за лейка, мы уже с вами сейчас будем смотреть. И что мы с ним в следующих частях сможем делать? Так, вы нашли лейку. Теперь вы можете играть в саду Дзен. Эй, смотри, ты нашел лейку. Продолжить. Так кому случаю я дарю твой личный сад Дзен? Эй, даже посадим в нем несколько ростков. Вырасти их здоровыми, и они тебя вознаградят. Развлекайся. Берем лейку. И льем, ребятки.
Это мы выращиваем для чего? Я так и не понимаю. Поливайте ваши растения, когда они захотят пить. Поливаю. И собираю денежку. Отлично. По 10 долларов. Так, вашим растениям нужен корм, чтобы расти. Посетите магазин и купите корм для растений. Так, давайте пойдем в магазин. И корм для растений, ребята. Удобрение, удобрение. Это что, садовые перчатки? Ага. Все, ребятки, мы корм купили. Так я же вроде уже потратил деньги, да? Все, да, ребятки, у нас есть корм. И мы получаем за это... А что мы получаем за это? О, мы вырастили. Это все, что вы можете сейчас сделать. Я понял, ребята. Все, продолжить. Все, ребятки. Ну что ж, дорогие друзья. Да, сад Дзен прекрасен, ребятки. В любое время я могу туда заходить и заниматься с вами делами. Так, ну что ж, дорогие друзья. Этот эпизод подошел к концу. Или все-таки продолжим? Ну ладно, давайте продолжим. В следующий раз... В следующий раз мы с вами давайте останемся. Давайте уже пройдем, ладно. И в следующий раз мы с вами уже поиграем дальше. Так, отлично. Так, все пока идет, ребятки, по плану. Все, я теперь понял, для чего тыква, ребят. Теперь понятно, для чего тыква. А я раньше и не знал. Ой, ребята, сейчас он пройдет. Куда? Нет. Так, давайте вот так вот. Защитим немножко наше растение. Отлично. Так, опять мы прилетали зомби, ребята. Так, давайте, а что же делать-то? Давайте сажать под эти. Ого, сколько зомби, ребята. Так, приближается большая волна зомби, ребятки, меня предупреждают. И мы с вами должны как-то немножко обезопасить себя, ребятки. А вон цели, что это за цели? Это они по этим целям. Все, понял. Забрали у меня, ребятки, из горшки. Получилось, конечно, всех, но тем не менее. Так, ребята, отлично, пока все идет, у нас все идет по плану, но все-таки сложно, довольно-таки сложно, ребята.
Так, все, понял. Да тихо ты. Отлично. Ну-ка, да, ребят, ты больше посади. Сейчас пропадет. Так, отлично. Все пока идет по плану. Так, тихо. Надо прятать этих штук. Так, ну что ж, ребятки, мы пока вроде бы перебили всех, кого хотели. И с чем мы остались, ребят? Давайте посмотрим. Не могу посадить некуда. Так, ребята, тихо, мне же некуда сажать этих живунов. Так, есть у нас вишенка, но вишенку надо садить на что-то. А горшка у нас-то нету, ребят. Ага, вот и горшок. Так, отлично, троих зомбиков мы таким образом уничтожили. Так, отлично, пока защищаем свои... Ага, вон они, посмотри, куда подобрались. А еще трое. Отлично. А вон еще идут, ребята, вы видели? Некуда садить, ребятки. Надо срочно покупать такую штуку. И туда мы можем посадить. Опа. Так, ребятки, приближается последняя волна зомби, меня предупреждают. И давайте-ка посмотрим с вами, что мы будем, ребятки, делать. А делать, ребятки, мы будем следующие вещи. Нам надо уничтожить зомби, как ни крути, потому что нам надо пройти этот уровень, ребята. Да что ж ты будешь делать, что же творится? Посмотрите, ребятки, куда они лезут, а? Так, ребята, осталось совсем немножко уничтожить еще чуть-чуть. Всего самую малость, ребятки, самую малость. Так, давай. Ага, вот так вот сюда это. Все, отлично. Так, некуда сажать, ребятки. Вот это уже в действительности проблема. Да некуда сажать, ребята. Ай-яй-яй, идут, вижу. А мне некуда вишенку, ребятки. Ну, горшочек, отлично. Все, наконец-то, ребятки, мы прошли с вами этот уровень и открыли какой-то... Что это такое? Такое странное. И это чеснок, ребятки. Погоняем зомби на другую линию. Ребятки, отличненько. Мы с вами нашли только что чеснок. Ребята, вы представляете? Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом сегодня и закончим наш уровень. И в следующем эпизоде, дорогие друзья, мы с вами будем проходить игру дальше. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. С вами... Было очень интересно, дорогие друзья. Я вас очень люблю, мои подписчики. Так что ставьте лайкосики, смотрите мои видосики и подписывайтесь на мой канал. Также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все видосики на моем канале. Пока-пока, ребята. Я вас всех люблю, мои дорогие подписчики. Пока-пока.